Отец, а что если эта война не только Тюра, но и наша тоже? Война не единственный путь. Твари все лезут с того столба! Похоже, гнездо! Наверное, нужно вернуть его в колею. Ого, какой маленький. Ладно, нам нужно налево. В другую сторону, влево от тебя. Перебор. Мимир, скажи ему, надо влево. Почти вышло. Еще чуть влево. Да, вот так. Еще разок. Начнем. Если что, я тебя жду.
От Кракена ты получил камень. От Кракена? А, закуски. Да, он весь в тине. Я хотел показать его Броку и Синдри, когда вернемся. Вот. Итак, мы решили разыскать Тюра, потому что не доверяем Одину, верно? Если так подумать, война бы... Ой-ой. Слева! Найди тормоз вагонетки! Должен быть какой-то рычаг! Нашел! Заклинило! Поднажми, братец! Отец! Тормози! Кажется, вот сейчас! Нет! Сука, сука, сука! Согласен, братец. Беги!
Над тобой я! Невероятное место. Одним вороном меньше. Точильный брус потрошительницы. Иногда очевидные методы борьбы оказываются самыми действенными. Старый, уже бесполезный. Да хватит про тебя. Я говорю про этот брус. Кажется, там проход. Только бы пробиться через породу. Ah!
Знаешь, парень, следил бы ты за языком, а? Просто слово. Я и не такое слышал от... Дело не в слове. Ты вышел из себя. Мы падали, летели вниз. Я думал, нам не выжить. И ты хотел, чтобы это было твоим предсмертным словом? Нет. В миг опасности паника бесполезна. Опуздай ее и используй. Ого! Тебе удалось перекрыть воду в желобе. Вот вода питает кран, который держит груз наверху. Слева от сундука есть жаровня. Может, ее зажечь? Наверняка рядом найдется еще пара. Надо искать. Согласие здесь в больших кавычках. Huh?
Наверное, чем глубже рыли гномы, тем ниже уходила вода. Интересно, как тут было до начала работ? Если поможешь, я заберусь наверх. Отец, наверху. Отлично! Пойду осмотрюсь там. Отец,
Здесь есть ворота, ведущие ко входу в шахту. Если ты поднимешься, поможешь мне их открыть. Если. Да что ты, допрыгнешь. Не такие у тебя плохие колени. Атрей. Почти. Попробуй еще раз. Надеюсь, ты сможешь допрыгнуть. Еще один деревянный жёлоб. Интересно, как гномы до такого додумались? Да уж. Лень поистину двигатель прогресса. Зачем работать самому, если можно заставить работать воду? Тюр здесь. Атрей, нам нужны лишь сведения. Знаю. Перестань говорить так, словно я пытаюсь начать войну. Но ты этого не отрицаешь. Братья, может, оставим эту тему хотя бы на время? Поднимем каждый со своей стороны. Тяжелее, чем я думал. Спасибо. Идем дальше. Может, попробуешь с другого угла?
Вход в шахту должен быть здесь. Принес вам кое-что. Синдри! Что это? Раз у вас при себе нет источника света, простите, и вы не видите, какие ужасы могут прятаться во тьме, возьмите. Ну ладно, все, ступайте своей дорогой. Спасибо, Синдри. Погоди, а что ты имел в виду под ужасами во тьме? Огромный кран поворачивается.
руки там. Хорошо. Жду на той стороне. Мимир, какова вероятность того, что Тюр в этой шахте? Ну, Дурлин, конечно, на редкость скользкий тип, но не думаю, что он бы нас обманул. Думаешь, парень слишком доверчив? Он жаждет проявить себя. Оттого решает, не думая. Да ладно, я знаю, что на самом деле ты в него веришь. Пришли. Вот эта шахта. Занятно. Однако, боюсь, сейчас нам с этим не разобраться. Так, главный вход в нее, похоже, завален. Но должен быть другой путь. Может, в пещере есть проход? Сюда. Отлично! Не тупик. Пойдем узнаем, куда она ведет. Надо! Осторожно! Да откуда они берутся? Пахнет однозначно входом в шахту. Еще я слышу воду. Не спеши, Атрей. Смотри в оба. Будь готов. Thank you.
Что стало с квасиром? Читатели разорвали на куски. Точнее, один из них. Точнее, Тор. Нашел? Идем дальше. Кажется, я понял, откуда взялись эти эсы. Их может быть слишком много! Будь рядом! Сурово! Ты как, брат? Ugh!
Эх, как же мерзко пахнут эти твари. Это от того, что мы потревожили их гнездо. Идем дальше. Проделать на этой лодке? Попробуем. Не уверен, что туда можно попасть как-то иначе. Прости, я знаю, ты запретил, но я все равно думаю об этом. Мы все время боремся со злом, и я не понимаю, почему нельзя делать это вместе с Тюром. Мы его не знаем. Мы же видели, он был лидером, пошел против Одина, в отличие от прочих. Раз смог один раз, может быть, сможет и снова. Давние рисунки не способны поведать всю правду. Там дверь. Выберемся, проверим. Вдруг Тюр там. Он должен быть рядом. У меня такое ощущение, что ты на меня за что-то сердишься. Как мы попали в Свартальфхейм, ты недоволен каждым моим шагом. Если, по-твоему, я не должен вести нас, так и скажи. Речь сейчас не о твоих способностях. Ладно, но что это значит? Дело в твоих намерениях. Эта шахта огромна. Наверное, ее очень долго строили. Еще дверь. Надо ее тоже проверить. Дублин не написал, какая нужна. Нет, сами разберемся. Те твои слова насчет намерений. Я намереваюсь помочь богу войны остановить Одина. А для этого нужно сперва освободить его из плена. Ну, друзья, готовьтесь. Синдри? О. И осторожнее вылезайте оттуда. Не торопитесь, тут везде торчат ржавые гвозди. Где искать Тюра, не знаешь? Думаете, я бродил по этому зловонному лабиринту? Нет, с этим вы и сами справитесь. Не знаю, вода вроде бы тут чистая. Вот-вот, вроде бы. Я могу наточить эти клинки, если надо. Жалко было бы это потерять. Если чего-то нет, значит и не надо. Огонь всю грязь очищает, так что они очень чистые.
Я всегда к вашим услугам. Смотри, сразу за провалом дверь. Может, Тюр там? Кажется, ты расчистил в воде путь, брат. Что дальше? Получилось. Идем к двери, скорее. Тот, кто это писал, был весьма наблюдателен. Тюр? Ну, кого-кого, а Тюра тут точно нет. Ну, где-то ведь он должен быть. Шахта огромна. Атрей, что ты хочешь не дать Одину совершить? Ты как будто знаешь о его планах. Я не знаю его планов, поэтому мы... Братья, настал Фимбулвинтер, близится Рагнарёк, и Один пойдет на что угодно. Что бы он ни задумал, навряд ли это принесет пользу кому-то, кроме него. Вот именно. На той стороне, там еще одна дверь. Может, это нужное? Yeah!
узнал что-нибудь? Хорошо, что пошли сюда. Не хочу огорчать, но это все-таки шахта. Эмир, ты все-таки огорчил. Ты видел вон там? Затем краном, сломанная дверь. Может, Тюр пытался сбежать? Посмотрим. Может, задействовать эти колеса? Потрясающе! Переливаясь, вода питает кран. Умно. Подъемник будет работать в полную силу. Почти добрались. Поднимемся очень быстро. Тебе по звуку не совсем удачный бросок, брат. Пойдем, надо подняться. Тюр где-то тут. Ладно, тогда вот что. Подумай, каково Тюру сидеть взаперти в этой шахте. Если Бодин заточил меня, а затем я освободился, я хотел бы отомстить ему. Но в целом мне бы просто хотелось драться. С кем угодно, просто потому что я снова мог бы это делать.
Ого! Что тут было? Эдлин!